В Севастополе утвердили охранные зоны памятных мест в центре города. Постановление, обозначающее границы, режим использования земель и требования к градостроительным регламентам, одобрили на заседании местного правительства. Так, охранную зону утвердили вокруг объекта культурного наследия федерального значения ансамбль мемориального комплекса памятников обороны Севастополя в 1854-55 годах «Исторический бульвар», ОКН регионального значения казармы 50-го Белостокского пехотного полка 13-й пехотной дивизии конца 19-го, середины 20-го веков, базовый матросский клуб и дом Корнеева. Как отметила глава Севнаследия Ирина Масликова, зоны охраны согласовали с Министерством культуры России. Проект зоны охраны согласован со всеми органами власти города Севастополя, которые участвуют в градостроительной деятельности. Также получилось согласование федерального органа исполнительной власти. Целью принятия данного постановления является обеспечение сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде. Постановление регламентирует требования к хозяйственной деятельности на объектах культурного наследия, благоустройству, монтажу тротуаров, прокладке дорог, а также возможности размещения объектов капитального строительства. Кроме того, Ирина Масликова отметила, что рассчитывает утвердить охранную зону Малахова кургана в течение ближайших 2 месяцев. У нас еще в работе ряд охранных зон, и я надеюсь, что в ближайшие полгода у нас будет принято, ну, там несколько десятков охранных зон.